Так, у нас 16 июля 2019 года, примерно 11 часов вечера, чуть больше. И у нас сегодня лунное затмение. Вон она, Луна. Вот, сегодня она у нас затмевается землей. Видите, уже она немножко прикрылась. Последим немножко за ней, как она будет закрываться. Вот видите, как интересно, уже чуть-чуть земля, тень земли на нее наползла. Вот. Сколько она будет часов этим заниматься, попробуем посмотреть. Вот так вот, небо чистое, все видно. Вот такое интересное событие происходит сегодня. Так, смотрим, что тут изменилось у нас. Прошло тут еще минут 40. Ну, как видите, процесс идет не очень быстро. Как бы нам резкость поймать. Ага, где-то поближе. Вот так вот закрывается тенью земли Луна. Красивенько так, потихонечку, но процесс идет. Вот оно, лунное затмение. Можете полюбоваться. Закрывается так. Вот так оно выглядит. Итак, Луна все выше и выше поднимается, и все становится меньше и меньше, и больше закрывается тенью от Земли. Так, ну давай, Луна, наводись резкость, мы тебя очень сильно хотим увидеть. Так. Вот она, красавица, смотрите, да? Такая тень уже на ней большая, и часть еще видна. Вот это называется лунное затмение. Затмилась она. Вот. Да, всем интересно посмотреть, как же это все получается. Дети в восторге от этого всего дела. Интересно, конечно. Окей. Все попозже посмотрим, как это будет выглядеть. Она там далеко, наша Луна. Так, еще прошло сколько-то времени. И Луна. Ну, сколько? 30, наверное, прошло уже, да? Вот сейчас это выглядит вот так. Птички всякие непонятные поют. Так, Луна, наводись резкости. Вот она. Вот так она сейчас выглядит. Ну вот. Как-то так вот проходит наше затмение. Проходит и проходит. Так вот, процесс еще подвинулся. Ну, уже почти. Почти вся. Открылась. Угу. Ну, вот так вот. Полное затмение мы не поймали, к сожалению. Но все равно интересно сам процесс.
Так, ну, собственно, это последняя съемка, наверное, уже хватит этим любоваться. Вот, вот она уже сошла практически на нет. Вот это затмение уже уходит. Вот, считайте, затмение завершилось. Всем спасибо за просмотр. Вот мы и поделились с вами нашим затмением. Всем пока. Хорошего настроения.